Всем привет! Сегодня вот такой пакетик небольшой. Здесь опять же живопись по номерам. Опять же это не себе заказывал. Ну, блин, пакет хороший. Заказывал на заказ. Надо его сейчас распечатать. Таможня, наверное, смотрела. Походу, раз он опоздал. Да нет, он не опоздал. Другой продавец. Так, но это не очень сложная картина. Здесь 19, около 20 цветов выглядеть будет. Такая скамеечка с вазой. Ну, будет прикольно выглядеть. Тут это супер упаковано. Просто продавцу вообще 5 с плюсом. А картинки-то нету. Подстраховывающий. Ну, тут в принципе и нечего подстраховывать, тут все понятно. Ну все, когда нарисует, покажу. Молодец. Так и не отдал, пришел сам, съелся. Что-то планерка идет, нет? Тебя снимать. А картину рисовали долго, короче, с мая, вот это было в мае месяце. Сейчас я записываю видео, январь, конец января, значит, краски засохли, пришлось их в баночках размачивать, значит, горячей водой, капаешь в баночку и закрываешь, все получается. Ну вот, довольно-таки нормальная получилась картина. Ну и проста в этом, в рисовании. Можно для начинающих вот такую заказать. Ссылка будет в описании на картину. В общем, сейчас у меня еще есть два проекта картин. Ну, на этом заканчиваю. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!